Это, если что, кикаем первого Стива, потому что он из тюрьмы сбежал. Да. О, я с Орлом. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим. И мы снова с вами возвращаемся в Suspects. Так, я что-то даже как-то не ожидал, то, что мне сейчас выпадет убийца. Так, ладно. Я не знаю, что сейчас вообще делать, мне сейчас просто фартануло, я забыл, что хотел вообще сказать. И со мной, короче, Орел. Это мой охерительный просто сообщник. Надеюсь, то, что он сейчас не выключит электричество раньше времени. Потому что, ну, это будет полная сейчас херня, конечно. Так, ну, блин, надо еще быть вообще крайне осторожным, чтобы меня там инспектор не нашел. То всякое же бывает все-таки. Так, все, собрались. Так, все, спокойно. Идем дальше. И сейчас будем с вами колоть дрова. Прекрасно. Так. Чё бы такое придумать тупое? Ну, в хорошем смысле, разумеется, чтобы они там все просто в ступоре стояли, не понимали, что происходит. Так, во-первых, здесь камера. А во-вторых, на спавне очень... Можно даблкил сделать. Так, погодите, у меня орел, походу, это... Орел, все с тобой хорошо. Орел. Орел, очнись. Ну, кстати, да, насчет него были правы, то, что он из тюрьмы сбежал. А может... А, все, он задергался, все, он ходит, он может ходить, все, красава. Так, главное, не чекайте камеры, ребят. Так, блин, я не успел его коцнуть. Где? Слушайте, простите. Что его уже нашел? Труп лежит у книжки. И, короче, оттуда Стив убежал. Оттуда Рэндальф бежал. Получается, у книжки видео Стива и Дюка. Ну ладно, давайте пропускаем. Может, кто-то проверит, кто-то из них. Там же, наверное, блин, сейчас моего кореша, походу, сольют, потому что нас сразу двоих уже просто заподозрили, я не знаю, как отсюда выкручиваться. Если сыщешь люки, лучше, наверное, на люке стоять. И вот такой вот просто потрясающий диалог. Если на люке стоят люди, то не видно, как бы, да, то, что ты стоишь на люке, так что ли? Нет, смотри, если сыщик все люки на него встанут, то сыщик будет все замечательно видеть. А если убийца в люке и на него встал да, кто-то? Да, то же самое. Так. Сейчас попробую просто бомбу поставить где-нибудь. Так, здравствуйте. Сейчас нужно искать этого инспектора. Кто же это у нас такой самый умный? Ой-ой-ой. Блин, что-то вообще как-то не очень получается. Ты что делаешь, орел? Орел. Тихо. А, он прям только что. Я сыщик, я сейчас вижу там следы. Блин. Там они прям, они очень свежие, они прям черные, я их прям отчетливо вижу. А зачем ты по следам не пошел? А они все равно останутся, потому что они новые. Смотрите, это, видимо, Стив, замолчи, пожалуйста. Это не Луи Джейд на улице, Дюк. Я сейчас сидел в люке, Дюк туда шел. Потом. Фил, я без понятия вообще, где... Ну, Фил выбежал из левой кишки на улицу. Не, я еще не на улице. Я в туалет пошел чинить. Блин, вот почему я не могу говорить? Сейчас я возле туалета. Я бы такую туалет чинить, если я в нем. Так, сейчас нужно валить в сад. Срочно валить в сад. Просто валить в сад. Я не знаю, что мне еще делать. Меня сейчас, наверное, будут палить через тепловизор. Так. Задона нахрен. О, в смысле задона? Это, конечно... Он там еще что-то петляет, блин. Почему? Я кикнул Донну носом. Да, я сыщик, я по следам прошелся, он еще петляет там что-то. Муха, вы что? А, почему, зачем? По следам его нашли.
Даже зона Горбиса представляется. Ну ладно, хорошо, нам, по-моему, и фартит пока что. Второй без понятия. Ну, Дюк, я когда сидел в люке, он как раз туда тоже пошел. Блин, я жестко палюсь, вообще, они меня... Они что, серьезно, что ли? Они Донну слили, что за херня происходит? Я еще даже никого не убил. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне аж не по себе. Так, хорошо. Можно попробовать убить. Так. Нет, я не знаю, что делать. Я серьезно не знаю, что делать. Я могу просто дурачком притворяться. Саморепорт, это Стив. Нет, это Рендер только что убил. Давайте обоих. Смотрите, я сейчас сидел в люке. Дайте мне слово. Я сидел в люке. Дайте мне сказать. Я сидел в люке, Фил прошелся по люку, потом он уходит, там Стив сидит, резко исчезают с виду Фила, и Рендер флепортит, значит Рендер, да. Да, это Рендер вообще идиот. Да, это оленя. Ну, запомните, после меня кикайте Стива. Да в размен кикнем, у нас все равно один убийца не будет. Кикнем, не переживай. Давай, возьми размен. Я еще даже никого не убил. Фил, Луи, нажми на кнопку «Опечение свет». Чё, просто херня. Так, надо срочно кого-то убить. Сейчас надо кого-то убивать. Надо даблкил сделать. И все будет готово. Все будет просто готово. Я сейчас делаю вид, что я просто трубы чиню, и все. Нет, надо либо Луи. Надо самого умного убить. Самого умного. Так, все, тихо. Да, вот это да. А кто второй? Первый стиль. Я вообще нихрена не мог сделать. Тут орел просто всех, блин, тюремский зашатал. Пидорасы. Болваны. Согласен. Дебилгераты. Тупые. Да, все, Дона. Дона, мы с тобой должны это сделать, Дона. Мне сейчас просто такая возможность выпала. Отомстить Эмили, если она тут есть, короче. Так, ладно. Все, поехали. Поехали. Скоро у меня перезарядится килл. Сейчас нужно... Угу. Надо что-то придумать. Опять. Надо что-то придумать. Здесь может быть где-то неподалеку инспектор. Так. Так, на камерах никого нет. Мне показалось, короче, походу, это Джейд убил. Ребят, Луи саморепортнул, теперь слушайте меня, ребят, теперь слушайте меня. Я... Боже, ты даун? Короче... Пошла жара. Я забегаю на кухню, оттуда выбегает Джейд, и у меня появляется кнопка «Сообщить». Вот, поэтому... Я увидела там только Джейда, поэтому это, скорее всего, Джейд. И потом там Чиппи вроде пробежал, но это не точно. Короче, это Джейд. Тем более он начал очень резко гнать на меня. Мне что-то не ты. Давайте, если это не Джейд, выкидывайте следующим сразу меня. Блядь, окей, в размен. Окей. Типа в размен. Или нет, кликните меня потом. Делаем учебу. Нахера вы слушали Джейда? Блин, что за херня? Мне тоже показалось, что ты саморе, потому что сегодня у вас я видела ухо. Ну, решайте как хотите, но это Джейд. Блин, я не знаю, это так жестко. Тем более убегали. Да вообще уже похуй, блядь, вы ебланы, мутьте меня, ебланище тупое, блядь.
По кайфу вообще. Мы тебя заглушили, потому что Луи начал говорить, и ты начал ее перебивать. Это, короче... Да, и ты начал резко гнать на меня, хотя я даже еще слова не сказала. В столовую, там, где Люки, он мог туда побежать, потому что, может быть, это не Джейд и не Луи. Я сразу выкидываю Луи. Так, все. Если это не Джейд, тикайте меня потом. Блин, надо срочно бежать с того места, нахрен. Нахрен бежать, нахрен бежать, нахрен. Ту-ту-ту-ту-ту. Дона, куда ты пошел? Так, все, спокойно. Спокойно. Так, идем дальше. Я просто выполняю таски. Все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Мы никому не доверяем, мы никому не верим. Так, Мила может быть инспектором. Все, я пошел. Надо сохранять баланс этот. Так, все, спокойно. Я выполняю таск. Никто ничего не видел. Фух. Вот это сейчас страшно было. Это очень страшный мув сейчас был. Я просто Джейда очень жестко подставил сейчас. Ну, прям жестче некуда. Так, все, спокойно. Сейчас, наверное, пойдет вторая фаза у кого-то, и кто-то за камерой возьмется как. Так, ну ладно, никого нет все-таки. Так, сейчас кто-то электричество. Блин, Донна, ты как знал? Так, хорошо. Так, трубы чиним. Мы чиним трубы. Нас здесь никто не знает. Вот сейчас я, конечно, жестко сфейковал задание. Блин. О, хорош, Донна. Там где сканер отпечатков. Где? Чё? Там, где сканер отпечатков пальцев. Короче, там, где еще тепловизы. Так, когда у меня было задание в саду, там, где ножницы, вроде никто рядом со мной не был, так что вряд ли кто-то через люки прыгнул, если он не сидит в люках. Последнего, кого я видел, это Фази был на книжке, и все. А трупу давно, кстати. Я тоже Фази вроде видела. Трупу 10 лет. Но если один килл, то, возможно, Луи был прав, то что Джейд. А можно вопрос? Фази, у тебя сколько заданий осталось? А я не считаю. Ну, потом посмотри, пожалуйста, мне ответишь на вопрос. Окей, а зачем тебе это? Я тупая. Ну, это мне нужно. А, ладно. А зачем? Я, короче, тупая. Дюк, я же тебе сказала, да, я тебе ответила. А зачем? Потом ответишь на этот вопрос себе. Короче, предлагаю сейчас кикнуть Луи на всякий случай, потому что... Не-н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 е. Не. А почему, Яра? Кто сейчас... Потому что Луи спалил убийцу, мне кажется. Потому что это килл один. А вы уверены, что Джейд был убийцей? Он-то ничего не успел сказать. А вдруг он хотел сказать, что, например, вот Луи, наоборот, выходил из кухни... Ну, Луи выходил из кухни, я видела Луи. Он как раз зарепортил в это время, когда я увидела труп Генри. Но все равно лучше сейчас кикнуть. Я не видела труп, я увидела кнопку «Сообщить» только. Потому что либо Джейд, либо Луи будут убийцами. То есть, если это не Джейд, то у нас сейчас две убийцы, и они могут сделать даблкил на нам как-то. Точнее, один килл уже, а не два даблкила. Блин, один даблкил. Вообще, я согласен с вами. Инспекторы еще остались? Инспектор или сыщик? А сейчас это не нужно, поэтому... Мила, сядь, пожалуйста, там, типа, блин, в люках на тепловизорах, посмотри, может, кто-то там есть, ну, типа, выпрыгнуть. Мила, у нас недалеко до них. А, бля. А Дюк где был, Дона где были? Дюк в бассейне, Дона хуй знает. Дона, ты где? Я возле картины. Рядом, после этого. Понятно. Короче, сейчас, наверное, лучше кикнуть Луи, а потому что сами разберемся. Сейчас пропустим. Там еще
потому что... У нас два кила, и нам это... У нас два убийца же, ребят. Не, я думаю, что один убийца, потому что кил один. Бот, ты бот, так бот, думаешь, остальные... Я тоже думаю, что один убийца. Если бы... Ой, блядь, за кого я проголосил. Было два кила, было, возможно, два убийцы. Если они действовали вместе так синхронно. Ну, я была гостем, я была гостем. Осталось кого-то последнего убить, и все. И все, и все, и все. Так, охраняем колокольчик срочно. Срочно, срочно, срочно. Это было жестко. Это мне понравилось. Я не знала, что Донна. Я на Дюка вообще не думала. Я не думала на Донну, я думала. Ну конечно. Дюк прямо на глазах у Луи убивает меня, Луи. Да потому что мне я Дюка не видела, а видела только Джейда, и, по-моему, Генри там был. Больше никого не видела. Фух, ладно. Вот на такой нотке я заканчиваю видос, хотя потом начнется нарезка, как я играл за гостя, там просто какие-то прям жесткие фейлы и какие-то жесткие совпадения, я прямо... Офигею с этого, я решил это не вставлять куда-то в середину видоса, ну просто серьезно, это такая туфта, ну лично для меня, вот правда. Ну, потому что за убийцу как-никак, наверное, играть интереснее, и мувы прикольные там всякие, и все. Я не знаю, что еще сказать, я просто сейчас до сих пор в офиге, почему меня вообще не подозревали, я просто бегал вот прям вот рядом. И ладно, там Донна там палилась жестко иногда, но я... Почему? Ну ладно, все. Я уже сейчас заболтаюсь и не знаю. Это надолго, наверное. Все. А ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, ставьте группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока. Не знаю, какую тактику сейчас использовать. Я думаю, сейчас вырубят электричество. Вот прямо сейчас. Вот сейчас. Так. Вот же... Так, пока что на меня никто не быкует. Надо бы попробовать, конечно, запрыгнуть в вентиляцию и кого-то просто на этом поймать. Так. Сейчас, блин, кто-то в звоночек позвонит, да? Правильно ведь? Или меня сейчас эти оба просто закоцают? Ребят. Не, ну у меня такая по... Мила, ты задолбал! Если сейчас его кто-то вырубит, я его смогу сразу врубить, чтобы было мало жертв. Мила, нет, нахрен, иди отсюда. Нет, я не хочу, Мила. Мила, не подходи ко мне, я не хочу. Нет, Мила. Мила. Это ни хрена не Мила, а то, как ты меня убиваешь, Мила, блин. Мила, не трогай меня. Ну давай, убей меня, Мила, хорошо, убей. Третий раз подряд Мила в разных катках, давай. Все. Нормально все? Не хочешь меня убивать? Ну, потому что третий раз тут это уже вообще абсурд сейчас будет на самом-то деле. Я чуть не умер сейчас от страха. Так, Олли сыщик, значит? Ну, хотя хрен его знает. Кто-нибудь электричество будет вырубать, а? Ребят, я тут вообще-то жду. О, все. Хотя сейчас все равно по-любому кого-то убьют. Нет, это уже полная херня. Где Генри был? Где Генри был? Зачем вы скипаете? Непонятно. Нет. Дебилы, пиздец. Давай сейчас тебя завалят нахуй.